Чему снится известие о смерти? Толкование снов. Известие о смерти во сне считается хорошим знаком. Оно предвещает благополучие, здоровье и долголетие. Однако многое зависит от того, известие о чьей смерти вы получили. Сон может означать, что вы тревожитесь за этого человека. Возможно, в реальной жизни вы не очень часто встречаетесь, и вас это беспокоит. Тем не менее, с людьми, о смерти которых вы получили известие в своем сне, не произойдет ничего плохого. Вам нужно встретиться с ними, и беспокойство покинет вас. Ложное известие о смерти также может предупреждать о том, что кто-то случайно или намеренно может ввести вас в заблуждение. Также вас может ожидать активный рабочий период, по окончании которого вы получите существенную прибыль. Также люди, известие о смерти которых вы получили, могут обладать какими-то качествами или талантами, недоступными вам. В этом случае сон означает, что вы им больше не завидуете, а радуетесь за них.